как снимается все же фонарь на RX. Берем десяточку вот такую на 10 с удлинителем и выкручиваем. Второй момент еще такой, что нижний болтик, который мы видим, вот этот выкручивается нормально, а вот этот верхний пришлось откручивать с помощью накидного ключика. Ну и здесь у нас под обычную отверточку. Вот он выкручивается, шурупчик. Здесь такой вкладыш с прокладкой, с мягкой. Я камерой не залез, вот здесь вверху еще третий есть. Ну и вот, как уже мы видим из того, что здесь ограничитель, еще какая-то защелочка будет стоять. Все верно. Вот оно. Направляющая, и здесь, ну, вот так фонарик наш, в принципе, можно уже достать. Снимаем разъемчики, но я это покажу. Продолжаем по фонарю. Это мы выкручиваем, это тоже проворачивается против часовой стрелки. А здесь вот оно место, выступ, куда надо нажать. Вот так фонарь выглядит у нас. Особо по доступу тут никуда не подлезть, потому что здесь, как мы видим, здесь такой карман, несколько металлов, и особо тут только вот отсюда есть возможность залезть куда-то вот сюда. Еще одно дополнение по поводу вот этой накладки. Значит, повторюсь. Вот такая шайбочка здесь стоит. Берем и отщелкиваем. И здесь тоже. Что мы видим? Внизу вот этот пистон. Здесь вот такая вот просто пластиковая защелка, без железок, без ничего. Вот так это все снимается и ставится. Ну, еще раз повторюсь, по доступу куда-то сюда в крыло, здесь вариант такой, что вариантов нету. Раз металл, два металл, три металл. Единственная лазеечка, вот небольшая, куда можно долезть. Ну, зато, что касаемо вот в эту часть, здесь вот какой-то доступ вот к этой части, вот сюда вот палец залазит, чего-то как-то можно крючочком вот в эту область вот до сюда вот залезть, вот отсюда. Ладно, я немножко пошутил. Вот она резинка одна. Вот она вторая. Ну и отсюда тоже можно снять. Какой-то доступ сюда все-таки появляется. Так что не все так печально. Ну хотя, конечно, как мы можем видеть, здесь металла не так все печально. Это видео, конечно, посвящено, вот, вынимаем крючок, достаем сюда, сюда, если так, то, вот мы видим, в принципе, можно зайти и вот эту вот часть как-то поработать, точно так же вот сюда крючок достает. Здесь есть верхняя часть, вот здесь доступ ограничен, вот так примерно. Можно каким-то коротеньким крючком, здесь другое место, вот, долезть, но опять же, вот в эту часть.
Если что, конечно, можно засверлиться вот здесь и залезть крючком вот в эти места. Снятие фонаря, но это с уклоном на тех, кто занимается беспокраской, по доступу, как говорится, штатному. Куда и что можно долезть? Вот есть у нас вмятинка. Вот она. Здесь, допустим, с ней скучно добираться, поскольку тут вот куча металлов. И здесь три металла мы видим. Первый, второй, третий. В общем-то, здесь жестко. И особо не долезть. Вот так вот выглядит ситуация по вот этому месту в заднем крыле.